Друзья, в эти майские дни, надеюсь, что будет стоять прекрасная погода, и моя пропаганда заключается в том, чтобы все вышли на улицу и пошли гулять. Гулять в леса, гулять на берег реки, потому что это лучше в 100 раз пролеживанию боков и заеданию всего, что у вас найдется в холодильнике. Поэтому давайте двигаться, давайте гулять, давайте дышать, проветривать свою голову, чтобы в ней появлялась куча новых идей, куча новых мыслей. Потому что, ну, движение – это сила. А лежать на диване вы всегда успеете, да и пользы от этого мало. Давайте признаемся друг другу. Поэтому давайте гулять. Просто гулять, дышать, наслаждаться тем, что нас окружает вокруг. И когда вы прогуливаетесь, представляйте, что вы гуляете по какой-нибудь крутой художественной галерее. И все, что вы видите, это полотна самого крутого художника на Земле, имя которому «Природа». Ну, это действительно так, это моя такая точка зрения, моя позиция, что природа – великий художник. И большое счастье наблюдать все эти картины, которые нас окружают.
Thank you.